Андрей, ответная кубковая игра с КПРФ. Первая встреча закончилась ничью 4-4. Какие ожидания от ответного поединка? Ну, ответный поединок будет более жестким, как сказать. Много единоборства будет. Надо единоборство выиграть. Вот, да, и получится счет. Поэтому в нашу пользу. Каких ошибок не нужно повторить по сравнению с первым матчем? Ну, ошибки, так как в обороне плохо отыграли. Более много голов пропустили на контратаках. Контратаки не пропускать в нашу сторону. Думаю, все получится. А в атаке как сыграли в первой игре? Ну, в атаке в первом тайме довольно хорошо, много не забили мячей. Во втором тайме просто начали забивать, свои моменты реализовывать. Вот. В основном хороший матч провели мы.